Я наконец-то нашел, где этот хроматический проход. Вот он. Так, как бы это объяснить-то? Ну, в общем... Надо показать, да? В общем, вот по этой вот штуке бежишь, 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 бежишь. Это, короче, я бежал обелиска, который называется Переброска. Вот отсюда. Вот. Вот, зал переброски. Арден, зал переброски. Блин, они сейчас резали же все, да? Черт. Ладно, сейчас дойду туда, продолжим. Хотя... Можно и побиться чуть-чуть, чё. Офигенный вот этот вот с какого. Аспект, который медведь называется. Бежишь так. Данч по башке. Ладно, пошли. Посмотрим, что за хрень тут. Северные палисады. Давай, чувак, чё ты? Кто ты? А. Ага. Вот так, да, значит? А что дали-то? Ёбана. Хрен знает, что дали. Иди посмотри. Бронепластину, может, не знаю. Странно. Вроде бы что-то дать должны, а ничего не дали. А чё у меня оружие это не то стоит, да? Нафига я его свалил? Да нафига ты на него-то переключаешься, алё?
Блять, нужно загонять гемор вообще. Парализующий судья. Протокол Ария, Близнецы, Крио, Фантом, Адаман, Хроматический, Заповедь, Скелет. У меня все еще нет градины протокола. Градины. Я думал, слез босс упадет. Нет. Слез босс вообще ни хрена не упал, кроме душ. Надо возвращаться, что ли? Туда ж упаришься идти, ептать. Офигеть. Значит, еще где-то есть проход не открытый. В общем, вот это был хроматический. Картинка красивая. Встань как-нибудь вот так вот. О, так, не так. Так. Это был хроматический проход. Пока.